темном-темном Майнкрафте, одной темной-темной ночью, в одной темной-темной пустыне находится одна темная-темная деревня. В этой темной-темной деревне... Сзади, убей Игоря! Убей Игоря! Игорь, не пугай! Подожди, тогда я историю до конца расскажу. Короче, в этой темной-темной деревне существует ничего. Ёханый ты, бабай, пердаки вот эти зеленые, да дайте я историю... Да, ребят, у нас тут ночь ужасов, ну дайте попугаться-то нормально. Подожди, может они тоже хотят вот этой истории ужасов вот это послушать? Все, встань на место, не перебивай. В этой темной-темной деревне очень темно-темно-темно. А знаешь, почему там очень темно-темно? Потому что в этой темной-темной деревне нет ни одного факела, ни одного фонаря, никакого света там нет. Поэтому эта темная-темная деревня очень темная-темная-темная. И эта деревня, как говорят подписчики в комментариях, называется Заброшенная деревня. И знаешь, что можно найти в этой заброшенной деревне? Нет, не знаю. Ничего, потому что она заброшенная. Мамочки мои! Зачем ты такие страшные истории рассказываешь? У меня сердце слабое. Ты что творишь, перестань? Это все подписчики. Практически с самого начала сезона под каждой серией я вижу одни и те же комментарии, что мол, Эдисон, найдите с Катей заброшенную деревню. А ты знаешь, кто гуляет в этой заброшенной деревне? Там гуляют заброшенные жители-люди. А как они могут быть заброшенными? Вот и я не знаю, подписчики пишут, что есть какая-то заброшенная деревня, которая спавнится шансом там 0,0000001%. Я даже знаю, где она находится, потому что она всегда была возле нашей той деревни с самого начала сезона. Поэтому я тебе предлагаю, Екатежопик, отправиться в эту деревню прямо вот сейчас. Нет, 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 ни за что, я не пойду туда, нет! Кошмар, господи, помилуй. Спаси, сохрани. О, воспользуюсь случаем и докажу снова свой профессионализм. Мистер Кривер, иди на меня, я уже умею вас убирать, убивать, только не сразу, не всех четырех. Ну, в принципе, ладно, хорошо, я, окей, хорошо. Ты в курсе, когда мистер Крипер к тебе подходит, надо его ударить назад отойти? Ударить назад отойти. А не вот так, как ты сейчас делала, ты мне сейчас опять всю площадку вот здесь разнесла, Кать! Я растерялась, их там было 5 или 10, или сколько? Да какая разница, если ты профессионал, ты должна уметь убивать всех как профессионал, а не как нуба Сися. Все, давай пошли за мной, почему я ты... Я научусь. Почему ты без броньки ходишь, почему? Да сейчас надену, ты что на меня как папа какой-то кричишь? А вот эта деревня заброшенная, она сильно заброшенная? Она прям полностью заброшенная, прям на 100% заброшенная. А в ней сильно страшно будет? Ну, учитывая, что она заброшенная, возможно, будет страшно. Все, давай, садись. Ой-ой-ой, слушай, а что там подписчики-то писали? Там, ну, как они, может быть, там были сами, может, что рассказывают? Ну, подписчики рассказывают, что эта деревня сильно заброшенная, в эту деревню мало кто попадал, а еще меньше кто оттуда выбирался. Если попадаешь в заброшенную деревню, ты оттуда, ты можешь там навечно, наверное, остаться, она же заброшенная, Кать. Так а зачем мы туда идем? Ради чего? Ради подписчиков. Подписчики писали, чтобы мы проверили заброшенную деревню, значит, заброшенную деревню надо проверить. Вот и все. Не боись, Кать, выживем, надеюсь. Надеюсь, там не сильно много мистеров-криперов, а то как бы я уже поняла, за что я их не убью в одиночку. Так, значит, вот это заброшенная деревня. Так ты видишь, сколько в ней нечисти всякой разной. Может, давай не пойдем туда, а? Мы же не справимся с тобой вдвоем. Пошли, пошли. Давай, главное, держись возле меня, я держусь возле тебя. Защищай нас от этих мистер-криперов, чтобы они к нам близко не подходили. Давай, стреляй, выстреливай их, давай быстро стреляй, ты кто у нас лучник? Да, давай, не надо стрелять, а просто пойдем в деревню и все, оставь спокойно их, это, пусть гуляют. Посмотри, как отличается эта деревня от всех остальных. Ты, кстати, ты вроде даже ни разу не видела ни одну заброшенную деревню в Майнкрафте, да? Нет, не видела. Ты сейчас только что заброшенного жителя убил. Я не убивал заброшенного жителя, нет, это было бы обычные зомби. Заброшенные жители должны быть вот здесь, в этой деревне, где-то внутри. Поэтому давай за мной, ты смотри, вся деревня просто в паутине. Это значит, что она заброшенная. Ну слушай, да, там заброшенные кони, они тоже в паутине. Я не знаю, но то, что они заброшены, это факт. Давай передо мной иди.
быстро. Подожди, так вот это заброшенные жители! Или что, откуда здесь только их много-то? Ёпарасы, помоги, что стоишь! Ну так вот, вот это есть как бы заброшенная деревня, а в заброшенной деревне заброшенные зомби-жители, они здесь живут. То есть это изначально необычная деревня, здесь вот эти мертвые жители находятся, понимаешь? Давай на вот вышку... Ой, на вышку забирайся, давай быстро! Простите, пожалуйста, извините, можно пройти? Давай, сюда, я тебя жду здесь наверху, давай, забирайся. Я не могу, в паутине застряла. Давай. Все, давай, запрыгивай вот сюда и забирайся на верхушку. Ужас. Ты посмотри, как они атаковали выход. Все, нам точно не справится. Ну все, мы отсюда больше не выберемся. Хотя, подожди, ты же профессионал в Майнкрафте. Я профессионал в Майнкрафте. А, смотри, какая звезда красивая на небе. Нет, но... Все, иди с ними разбирайся! Молодые люди, я с вами разговор буду короткий. Не убивай! Да, не, стой, не убивай их, не убивай! Кать, мы их спасти можем, не убивай! Заберись обратно ко мне сюда на вышку, давай быстро! Так чё ж ты сразу-то не сказал, я бедных людей вон это из звука шваляю! Сейчас быстро берем и перебегаем на ту сторону, давай, побежала, вот туда! Да вот что ж ты будешь делать-то, ёпарасы! Вот сюда, к коням, к лошадкам, давай, забирайся вот сюда! Дай быстро, закрывайся вот это! Как ты видишь, заброшенные деревья, еще даже заброшенные лошади, они живые, их кто-то просто забросил здесь. Короче, и заброшенный джакузи, да? Заброшенный джакузи, заброшенная пшеница, заброшенный эндермен и все заброшенное. Короче, что мне предложили подписчики в комментариях? Мы же просто реально можем закокать вот этих жителей, но... С другой стороны, мы же можем их спасти. Тут рядом находится та самая наша деревня. Мы можем построить железнодорожные железные пути, дорогу, и перевести этих жителей в нашу деревню. Как тебе такая идея? Ты же понимаешь, что на это просто уйдет целая вечность. Зато мы спасем вот эти невидные души. Мы потом их вылечим золотыми яблоками в той деревне. У нас же там больничка есть. Ну, план, конечно, очень рискованный, опасный, но я думаю, что мы должны помочь этим бедняжкам. Смотри, столпились-то как, а. Тогда, Катюшка, давай за мной сюда быстро. Я тебе сейчас скажу, что нужно делать. Заходи в этот дом, сейчас мы здесь застроим, и больше никто не ждет. Кстати, сундук, проверь, что там в сундуке. Может, там сокровища древних богов. Ну, конечно, это же и заброшенная деревня. Тут кактус и хлеб. А как он сюда пробрался, мелкий этот? Партизан, ёханый баба... Они через одни блоки проходить могут! Собаки сутулые! Короче, Катя, справишься с такой задачей. Тебе сейчас нужно пойти домой, скрафтить обычные рельсы, энергорельсы, редстоун факела, как можно больше притащить это все сюда. И вагонетки. Да, я, в принципе, я могу это все скрафтить даже... Без гугла и без чьей-либо помощи. Пошла. Ты же знаешь, какой крафт у энергорельсов? Да, я знаю, какой крафт у энергорельсов. Какой крафт у энергорельсов? Ну, там рельсы, редстоуновский блок. Да. А какой крафт у вагонеток? Ну, там из железа надо построить, типа лодочку. Все, давай быстро, беги домой, возвращайся только с этими вагонетками. У тебя есть 5 минут на все про все, давай быстро. Все, побежала. Так, ребята, посторонитесь. Давай, пробиваемся, бежим. А меня тут лишило, я в паутине застрял, они же меня сейчас кокнут здесь, Кать, спаси! Ёханый бабай, убежала, ядрить, ты колотить, бросила одного, просто одного бросила. Еле как выжил. Я бегу спасать этих невинных жителей. Я все принесла, как ты сказала. Давай слазь оттуда. Ёпарасы, ты чё так много-то? Ну ты их поотвлекай, твоя задача их отвлечь, а мне скинь энергорельсы, обычные рельсы, чтобы я тут начал вот это все выстраивать. А, ну конечно, ну давай, я тебе сейчас просто-запросто скину энергорельсы, когда за мной арава целая бежит! Ну давай сюда, я тебя здесь жду, давай, вот сюда! За мной, в эту сторону, кукарачим вот этого скелетрона, Кощея Бессмертного, иди сюда, вот здесь я выбрасывай. Я требую убежище! Какое убежище ты требуешь, ты Катюшка-профессионал или Катюшка кто? Давай, я тебя защищаю, вроде как. Так, энергорельсы, держи! Кать, быстрее, отвлекай их, давай другие рельсы выбрасывай, господи, ты помилуй, что-то такая медленная. Да потому что я таюсь! Обычные рельсы выкинь, обычные, сзади еще два вот этих зомби, как хаски, как они там зовутся, не хаски, а что-то другое, неважно, давай выбрасывай! На, держи обычные рельсы, ёбрасы, они сейчас украдут и...
Редстоун, факела выбрасывай! Редстоун, факела выбрасывай! Давай быстро! Редстоун, факела! Вагонетки, вагонетки давай выбрасывай! И еще рельсы выбрасывай! Очень мало рельсов ты выбросила! Давай выбрасывай, выбрасывай! Да на тебе вообще все, мне ничего для тебя не жалко! Ёшкины картошки обычные! Вот эти зомбари-то тут откуда взялись? Ты хотя бы их вали! Вот их зомби-жители не трогай, вали обычных зомбарей, хорошо? Да я не разбираюсь, кто есть кто, они все заодно! На, забирай вагонетки! Сюда, отстань, ёханый бабай, чё ж тут так много, ты отвлекай всех зомби, а не на меня, пошли кать! Я отвлекаю, мне, между прочим, у меня тут их штук 10, долго мне их так еще водить вокруг себя? Я, пока я вот это все не выстрою, надо строить вот эту вот железно-железнодорожную дорогу, давай быстро, сюда иди! Мне их вести к тебе, вести? Да, веди сюда ко мне, потихоньку, помаленьку веди, вот так. Ой. Тут... Энергорельсы, подожди, энергорельсы, вот сюда, господи, как вот этот меня один закукарачил, уже бегает за мной. Твоя задача, Катя, пока я вот это все выстраиваю, твоя задача садить их в вагонетки, понимаешь? Ого, так я же не справлюсь, смотри, как их много, за мной иди! Справишься, сюда, иди за вагонетки, спрячься сюда, вот сюда, подойди, вот, молодец, вот, один сел, один поехал. Садимся. Вот, один есть, еще осталось 12 тысяч штук, вот, все нормально, помаленьку, Катя, все помаленьку, помалесеньку. Так, второй-то сел, нет? Ну, сейчас. Сядет вот сюда, вот в эту вагонетку его толкай, вот сюда, Кать. Давай сюда, я не толкайся, сюда садимся. Вот, сел. Молодец, все, молодец, так какой молодец, все, поехал в ту сторону поехал, молодец, вот туда, к своему братку, ага. Так, Кать, ты там держись, еще очень мало осталось, очень мало, я уже почти все достроил. Давай, это у меня уже это... Ноги устали бегать по кругу. Сейчас, главное сразу вот это проложить дорогу. Отойди, от чупакабра, вот это отойди. Главное сразу проложить дорогу в этот, в какой-то дом, чтобы они мимо вот этих, мимо големов проехали. А, ну да, если големы их увидят, им не поздоровится. Ага. Да поверьте мне, мы вас в лучшую лечебницу отправим. У вас будет индивидуальная палата, трехразовое питание. Садитесь в вагонетку, молодой человек. Ну все ваши друзья уже ждут вас. Какой противный, он не хочет. Лучше его заманивай. Мы и так половину жителей всех кокнули. У нас всего лишь 4 штуки остались. Хотя бы вот этого еще заманить надо. Да я стараюсь, он вообще отказывается. Не хочет заявление подписывать. Толкай. Вот туда, поехали, молодые люди. Поехали, этого тоже нужно туда вот толкнуть. Давайте, путевочка в райскую жизнь. Давайте. Все, молодые, вот это господа. И, ну ты дурак, ёперный театр. Он отказывается, он просто отказывается напрочь. Ты чё там стоишь? Давай, побежали, они уже поехали в деревню, нам нужно за ними успеть, пока их там вот эти големы не закукарачили, давай быстро. Так у меня вагонетки есть, давай сядем, тоже поедем. А, ну тогда давай, чё ты молчишь, давай ставь. Да все, давай, вот держи, тебе павук. Всё, ёханый, паук поехал, все. Да стой ты на месте. Все, я поехал, Катя. Всё, едемте. Ты там не отставай, главное, хорошо? Сейчас меня мистер Крипер взорвёт. Идет. Закрывай дверь, давай. Ёх, да закрой ты дверь, не поднимай, я ёшкины карты. А что с дверью-то произошло? Я ничего не делала, это ты мне сам сказал закрыть, я кнопочку нажала, оно само, я ну ничего. Да, конечно, так, ладно, все, потом перенастроим. Так, давай, заходи внутрь, только после себя вот эти блоки обратно поставь, чтобы их вот эти големы тоже опять не кокнули, давай, заходи. Так, аккуратно, так это тебе же тоже заходить надо. О, вот давай, вы где давай, все давай, да не ломай ты все блоки, зачем, заходи внутрь. Так, сколько у нас здесь жителей? Раз, два, третья вагонетка пустая и четвертая вагонетка. Подожди, то есть мы одного жителя просрали по дороге, получается. Да? Ну, а вон приехал один. Ну, правда, не тот, который нам нужен. А, ну сойдет, все, пускай там будет, хорошо, молодец. Так, 3 новых братка, сейчас нужно дождаться ночи, потом переправить их в больничку и там вылечить. Ты яблоки вот эти золотые слитки взяла или нет? Да я-то все взяла, только ты мне одно скажи, зачем мы вообще это делаем? Вот, ну они разве нам... так, уже 2 жителя, как один только что кокнулся? А он его через окно убил. Я сейчас это попробую так закрыть. Не получается. Короче, все. Отстаньте от меня, блин. Страшно и так было. С самого начала. Сейчас какая-то дичь происходит. Ты только что еще одного жителя кокнула своим блоком песка. Мы из деревни жителей больше кокнули, чем новых привезли. Кать!
Как я могла кокнуть его песком? Ну вот он, вот этот захлебнулся в песке! Все, можно мне выйти из Майнкрафта? Я это, что-то сегодня вообще плохо играю очень. Что, Катюшка-профессионалка, давай бери и крафти золотые яблоки. Вот так, давай сразу 4 штуки сделаем, хоть жителей-то у нас сколько? Жителей у нас 2 получается. Слушай, ну давай тогда сразу их лечим, не будем их перевозить в больничку, а то они там кокнутся. Давай здесь вылечим, а ночью их перевезем тогда. Ну конечно, пусть потом там это, дохаживают, так сказать, в больнице, в хороших условиях. Яблочки будем? Все, давай, корми одного, я кормлю второго, давай. Оп. Так. Подожди. Что? В них же зелье слабости надо сбросить. Сгоняй в больничку и давай притарабань оттуда хотя бы одно зелье. Давай быстро. Да сейчас только песок надо убрать. Так. Главное, чтобы голем не пробрался. Оп, пробегаю. Все, сейчас приду. А куда ты побежала? Больница перед тобой, в больнице зелье. Я все знаю, отстань, это самое, просто пробежаться захотелось. Так, зелье слабости, вижу. Разойдись, поберегись, и разбиваем прямо здесь вот так вот все. Все, корми, корми, одного корми, дай другого сразу, корми, давай, да корми. Я кормлю, ты, корми, у меня его рельсу кинуло, ну ладно, кормлю. Да не так, а правой кнопкой тыкай, да господи, ты побил вот сюда, все, что ты тупишь-то так, все. Ой, что-то да, я сегодня вообще... Я профессионал, просто я сегодня устала. Ты сегодня, ну, басися полнейшая, ты сегодня вообще не профессионал, ничего сделать-то не можешь, даже жителей покормить-то не можешь, Кать. Ой, а подписчики любят, когда я, ну, басися, они мне сами писали. Вы какие хорошенькие, что они... Что другое? Вот этот, ну слушай, ты можешь оттуда вылезти. Я понимаю, что тебе страшно в этом новом мире. Ну давай, вылезай, давай. Почему у него только одна башка торчит из вагонетки? Какой-то непонятный зомби-житель у нас был. Давай, надо его вытолкнуть. Да, вылезай, все. Дорога открыта, можете выходить на улицу, можете гулять, можете знакомиться с другими жителями. Жители, уважаемые, дорогие друзья, все собираемся у нашего колокольчика. Давайте быстрее знакомиться, идем с новенькими. Подъем, я как бы понимаю, что сейчас у вас ночь, но подъем, все сюда, сбежались быстренько. У вас новая семья в городе появилась, и вы дрыхнете, как всегда. Это им, походу, вообще все равно на то, что у них появилась новая ячейка общества. 2 новых личности в деревне. Вот так и посрать, оказывается. Вот видишь, мы с тобой популяризируем вот эту деревню, чтобы здесь было больше жителей, а всем остальным просто плевать. Мы поняли, жители, мы поняли. Мы вам больше ничего хорошего не сделаем. И тортики я себе заберу сейчас. Вот забирай. Эти вот, вот так и делай, добрые дела. Да оставьте тортики, сейчас ты их сломаешь, они вот это не поднимаются. Зачем? А тогда я их есть буду, вот так вот все схомячу. Все, я... жри быстро, все, давай. Ага. Не жители, а неблагодарная скотобаза какая-то. Вот оно как. Все, пошли к нам домой, без них отметим, сами, вдвоем. Все, давай забираем вот этот мед, пошли бухнем дома. На, держи, бухай, Катюк, бухай, давай, все, мед, давай, закинься медиком, давай. Все, за жителей, за новых. За жителей, давай, накати. Вот так.